Всем привет, выехали на очередной бег колодечек, с вами Дмитрий Михайлов. В этой бане произошло возгорание. Видим, здесь начинается уже тление, черный палец. И непосредственно произошло вон в том месте. Ни в коем случае крана нельзя придвигать. Зазор очень маленький вот этот. Поэтому загорелось, произошло возгорание сажи. Не выгорание сажи, а выгорание вагонки. И рано или поздно загорелся его потолок. Смотрим, что становится с 0,5 трубой. Фальцованным швом при больших температурах он просто раскрывается. Вот такая красота. И вот гармошкой пошла труба. Сгорание было, температура не выдержала. Замок просто раскрылся. Вот так. Поэтому, когда у вас стоит вопрос купить с плазменным швом либо замком, то вы видите, что становится замком. Потому что вам никто не гарантирует, что вы покупаете. Все. С вами был Дмитрий Михайлов. Подписывайтесь на мой канал.